посвященный Нарайне и Лакшми. Также там есть слова, посвященные Кришне, Говинда, Гопал тоже. Вот. Здесь будет Махамантра присутствовать. Вот. А после этого баджана будет баджан с Шиви. Потому что он тоже ждет. Oh.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, oh Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Немножко импровизации. Господь Шива долго стоял в очереди. Ну, боже мой, когда же? Сидел в медитации. Он, да, медитировал, конечно. Он наслаждался и пел вместе. Сейчас будет очень простой баджан Шиве. Буквально там несколько строчек. Есть такая гора в Индии, называется Аруначала. Это считается воплощением самого Господа Шивы. Может быть, некоторые даже были на этой горе. Вот. Это гора олицетворения джняна-йоги. Йоги – самоисследование. Йоги, которая рассеивает все иллюзии, уничтожает все ложное знание, все отождествления спадают, потому что это сам Шива. Шива ведет человека напрямую. Он может участвовать в ритуалах, может, и он обожает бхакти, и он сам приходил на игры Кришны и Радхи, притворяясь гопи. Такое тоже было. Но он обожает прямое знание, разрушение всех иллюзий, рассозрение со всем. Это путь джняна йоги. Шива, он дает этот путь. И Кришна обожает Шиву. Кришна говорит, что те, кто не поют Шиве, то лучше не пойте мне тогда. Вот. Если вы почитаете меня, говорит Кришна, почитайте также Шиву. С таким же усердием и с такой же любовью. She